В знак солидарности с жителями сирийского Алеппо, которые оказались в центре боевых действий, сотни человек собрались в центре Парижа. По словам участников акции, их главная цель – поддержать сирийский народ и показать, что мир не безразличен к тому, что сейчас происходит в Сирии. Как сообщают СМИ, это крупнейшая демонстрация поддержки со времен начала конфликта в стране в 2011 году. Накануне в знак солидарности свои огни погасила Эйфелева башня. По словам мэра французской столицы, этот символический жест нужен для того, чтобы еще раз призвать международное сообщество к действиям. Я решила участвовать в этой акции поддержки, потому что то, что происходит в Алеппо в течение последних нескольких недель, ужасно. Невинные люди погибают. Это несправедливость, а мы ничего не делаем. Я думаю, таких акций будет много. Я очень переживаю за сирийский народ.